Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы вам желать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. Берегите себя и старайтесь, чтобы день прошел легко и радостно. Это залог вашей стройности. И, конечно же, если будете готовить что-то полезное и вкусное себе на обед, можете добавить стройную фишечку дня сегодняшнюю с очень специфическим вкусом, сказал бы я так. Угадали, что это такое? Похоже на какой-то гриб, шар, не знаю что. А это всего лишь корень сельдерея. Ну, честно вам скажу, очень редко я его ем. Все-таки не смогла пока я одолеть и оседлать как следует этот специфический вкус. Хотя в пользе в этом овощи, корнеплодии очень-очень много. А тут, конечно же, и витамины, и микроэлементы, и клетчатка, и все-все-все, за что мы ценим любые корнеплоды. Очень помогает, говорят, при анемии, потому что богат железом, магний, калий, чего там только нет. Куда его можно потребить? Можно в суп, суп-пюре, например, сделать, можно в салатик. Самое полезное, вроде как, сырым его есть. Я надеюсь, что все-таки я его освою, похрумкаю, потому что, ну, почему нет? Он от земли, он не ядовит. Поэтому вполне может стать частью здорового рациона. Ведь чем разнообразнее то, что у вас на тарелке, тем больше здоровья вы получаете. Это факт. Ограничиваться привычным набором продуктов – это не лучшее решение. Поэтому давайте смело экспериментировать и ничего не бояться. И никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы, оставайтесь на связи. Обязательно ставьте лайк под этим видео, пробуйте блюдо с сельдереем от Лолиты и, конечно же, жгите. И помните главное, все у вас получится. Всего вам доброго, пока!